Всем привет! В этом простом видео для начинающих поговорим о том, как изменить букву диска Windows 10, 8 или Windows 7. Мы можем изменить буквы дисков как локальных дисков, так и флешки, оптических дисков и так далее. Единственное, букву нельзя поменять для локального диска, который является системным диском текущей операционной системы. То есть она всегда будет C, то есть запущенная система запускается с диска C. Для всех остальных мы можем легко менять и сделать это двумя способами. Первый способ, самый простой, с помощью управления дисками. Как это сделать? Открываем управление дисками. Windows 10 это можно сделать следующим образом. Правое нажатие по кнопке «Пуск» и выбираем управление дисками. Если у вас Windows 8.1 или Windows 7, нажимаем клавишей Windows R на клавиатуре. Windows – это клавиша с эмблемой Windows. Вводим следующую команду. Команду я укажу в описании под видео. Нажимаем «Ок». И управление дисками у нас запускается. Здесь находим диск, букву которого нужно изменить. Например, я хочу поменять букву вот этого диска. Нажимаю правой кнопкой мыши «Изменить букву диска» или «Путь к диску». Нажимаю кнопку «Изменить». Выбираю букву, которая мне нужна. Нажимаю «Ок». Соглашаюсь с тем, что какие-то программы могут не работать. Если у вас на том диске ничего не устанавливалось и так далее, то, в общем-то, можно не переживать. Если же вы на него устанавливали какие-то программы, то да, есть риск, что что-то перестанет работать правильно. Нажимаем «Да». Готово. Буква диска теперь та, которую я установил. Это первый способ. Второй способ — с помощью командной строки. Запускаем командную строку от имени администратора. Windows 10 это можно сделать, например, следующим образом. Открываем поиск, здесь вводим командная строка. И потом либо здесь запуск от имени администратора, либо если у вас нет этой колонки, то правый клик — запуск от имени администратора. В командной строке вводим по порядку следующие команды. Все команды я укажу также в описании под видео. Diskpart. После этого listVolume. Мы видим список томов вашего, соответственно, диска или дисков. Выбираем номер тома, на котором у нас буква, которую нужно изменить. То есть, смотрите, у меня здесь том 4, буква Z, и я хочу ее поменять. Пишу select volume, после этого номер тома, в моем случае 4. Нажимаю Enter. Выбран том 4. После этого пишу команду assign letter равно и буква, которая мне нужна. Обратно верну букву Е. Нажимаю Enter. Назначение имени диска или точки подключения выполнено успешно. Соответственно, у меня снова буква Е. После этого в командной строке здесь пишем Exit. Нажимаем Enter и можно закрывать. Все команды, как я уже сказал, я укажу в описании под видео. Вот такие два простых способа. Любой из них, я думаю, вам подойдет. На этом все. Спасибо за внимание. Удачи вам.